Журналисты телекомпании «Одинцова» неоднократно снимали сюжеты о волонтерах. А сегодня мы сами решили попробовать себя в роли добровольца. Добро пожаловать, но только после измерения температуры. При себе паспорт. На заполнение анкеты уходят считанные минуты. Графы, стандартные фамилии, имя, отчество и состояние здоровья. Дальше самое важное – инструктаж. В первую очередь необходимо соблюдать каждому волонтеру. Это соблюдение, в первую очередь, правил личной гигиены. Это смена маски каждые два, а желательно полтора часа. А смена перчаток и обработка антисептиком рук после контакта посторонних предметов. Маски, перчатки, антисептик – все это выдают волонтеру по мере необходимости, средства защиты в достатке. Каждый день в Одинцовский штаб ОНФ приходят десятки заявок. Чаще всего просят помочь с лекарствами и продуктами. Ну вот наши заявочки на сегодня. На сегодня. Много сегодня у нас заявок? На сегодня уже 63 заявки. Это 12 часов дня. И сколько волонтеров будут работать? На 63 заявки, это, наверное, как минимум человек 80 будет работать сегодня. Мой статус на сегодня – стажер, а задача – наблюдать за волонтерами с опытом. Наша заявка уже определена. Помогать будем Геннадию Федоровичу. Перед выездом обязательно делаем звонок. Вдруг просьба о помощи уже не актуальна. Это Геннадий Федорович? Вас беспокоит волонтер Эльвира. Вы оставляли заявку на нашем сайте. Все верно? ЦУ для новичка. Обязательно сверить номер заявки. Это поможет уберечь заявителей от мошенников, а от заражения их максимально обезопасит соблюдение волонтерами всех правил. Мы всегда встречаем заявителей вне квартиры, потому что в квартиру мы не заходим. Оставляем продукты тоже за дверью всегда. Лекарства по рецепту и продукты по списку. Чаще всего заявитель просит приобретать их в определенном магазине. Волонтеры могут принести все, кроме сигарет и алкоголя. Таковы правила. Положить товары в тележку может и стажер. Срок годности смотрим до 4 мая 2020 года. Изготовлен 19 апреля. Нормально. Да, нормально. Все, кладем. Продукты и лекарства для Геннадия Федоровича приобретены. Возвращаемся к заявителю. Правила те же. В квартиру ни ногой. Строго следим за социальной дистанцией. Станции. Передаем чеки и сдачу. Пенсионер шутит. Он тоже волонтер. Ухаживает за сыном-инвалидом. Раньше ходил в магазин сам, пока не оштрафовали за нарушение правил самоизоляции. Волонтер сам работает. Пока меня не задержали, а сейчас уж я уж побаиваюсь немножко. Поэтому я вызвал волонтеров. Вызвал, да. Всегда придем, не обязательно мы же придем, но придут другие. Нас много. Как бы мы ни храбрились, а все равно опасность коронавируса, она велика. Надо поберечь себя. Заявка выполнена. Геннадий Федорович получил необходимое, а я бесценный опыт. Но расслабляться рано. Нужно утилизировать по всем правилам маску и перчатки. Маски сразу выкидываем после каждой заявки. То есть мы снимаем аккуратно, чтобы не одна сторона, а стараемся делать... Наизнаночку. Да, наизнаночку и все. И маски также. Снимаем, хватаемся только за сторону, которая была на лице. В день волонтеры выполняют несколько таких заявок. На отдых не спешат. Понимают, что сейчас их помощь жизненно необходима многим. Мы, волонтеры Общероссийского народного фронта, просим вас соблюдать режим самоизоляции. Мы работаем для вас. Оставайтесь дома для нас. К волонтерам присоединяются Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».